Даем главному врагу отпор или же нет? Напомню, что в конце прошлого года российские ученые разработали первую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Ви». В Новомихайловском городском поселении привились врачи и педагоги. Настала очередь остальных местных граждан. Казалось бы, вот оно спасение. Но люди поделились на два лагеря. Те, кто за, и те, кто против. Настя Быч разбиралась в вопросе. Делать или не делать? Вот в чем вопрос. Пока миллионы людей России гадают об эффективности отечественной вакцины «Спутник Ви», рост числа пациентов снижается, но не так, чтобы близился к нулю. На сегодняшний день в нашей стране каждый день вирус находит примерно у 20 тысяч жителей. И это только по официальной статистике. Вы или в вашей семье болели коронавирусом? Конечно. Кто болел? Ну, мы болели, но мы не тестировались. Угу. Мы переболели, вот отца долечиваем, но нас никто не тестирует. Простудное что-то было, но как бы мы не обращались, вылечились сами. Вы знаете, я пневмонию перенес, но, к счастью, это обошлось без коронавируса. Нет, не болела. А прививаться? Не болеть. А прививаться будете? Нет, не буду. Почему? Не хочу. Ну, какой-то мне есть недочет. Я не доверяю нашей власти. Над созданием «Спутник Ви» трудились профессиональные специалисты Национального центра эпидемиологических и микробиологических исследований. Сейчас жители Новомихайловского городского поселения проходят второй этап вакцинации. Первый компонент ввели 1 января. Все живы и довольны. Но доверие жителей не так просто заслужить. Что вы думаете о вакцине «Спутник Ви» и будете ли вы прививаться? Да пока ничего. Зачем прививаться? Мы переболели. Вся семья. Просто некоторые... Поголовно приезжайте, вам все скажут, что никто не протестирован, все переболели. Мне 75 лет, я уже ничего не думаю. Вы будете вакцинироваться? Ну, если это обязуют, почему бы нет? Как только начнется, так сразу будем. Так уже все началось, можно записываться. Ну, понятно, так и будем записываться. Я не хочу прививаться. Почему? Можете объяснить? Ну, я не знаю, люди всякое говорят, как бы и страшно все это делать. Все новое всегда неизвестное. В эту самую неизвестность нырнул и Алексей Крикунов. Коронавирусом мужчина не болел, а спутника Ви не боится. В семье он первый, кто решил пройти вакцинацию. И ничего, чувствует себя прекрасно. То есть никаких симптомов, ничего. 21 день прошел, и я, допустим, как все, как советую всем людям тоже, пускай. То есть это для нашего же здоровья. То есть я не думаю, что какие-то побочные эффекты будут. За все время, которое после первого этапа прививки, никаких симптомов не было, ни головных болей, ничего, ни головокружения. Пускай людей никто никого не пугает. То есть ничего страшного в этом нету. Делать прививку или нет, решать только вам. В Новомихайловском городском поселении привиться можно в Туапсинской районной больнице номер 2. Для этого необходимо позвонить в регистратуру и записаться. После этого вам позвонит врач и пригласит на консультацию. Будьте здоровы. Настя Быч, Александр Ивановсков, Алексей Кузьмин, Александр Баранов. Телеканал «Орленок ТВ».